Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». И начну я, пожалуй, с того, что приобретем легендарное растение. Легендарное растение будет у нас следующим. Все как один твердили: Рэй, бери вот эту вот кукурузу, да? Где она у нас? Суперскую вот эту вот кукурузу. Вот такую вот. Ну что же, покупаю, ребята. Покупаю. И, наверное, ее возьму с собой, если такая, конечно, будет возможность. Так, будем играть сегодня, наверное, за орех в доспехах. Так, тут можно изменить что-то. Ага, тут можно поставить... Можно поставить его к нам сюда. Ну что, будем брать его? Я думаю, что стоит. Вместо... Хорошо ли это сделали, плохо? Ландшафтов очень много у нас с тобой на отхил. Давай-ка мы, наверное, с тобой все-таки вот так вот сделаем. Могилоед. Тю-тю-тю, не знаю. Давай попробуем. Так, кстати, сейчас сыграем, а потом посмотрим, что у нас за задание. Чисто по фану поиграем. 24-й ранг, как ты видишь. Кристофер против нас выступает. И это разгром. Хорошо, я пока ставлю все как есть. Я думаю, пропускаем ход. Тоже тихорица. Так, ромашка. Гляди-ка, что делает. Стоит ли мне вызывать, а? Наверное, стоит. Поехали. Окей. Так, это уже интересно. Это уже, друзья, интересно становится. Что будем делать? Давай вот так вот поставим. Ага, кактус. Так, прокачивает. Это же не спортсмен. Нет, не спортсмен. Смотри-ка, что творит, а. Ну, а если я, например, сделаю 2 и 2, 4, да, получается? Вот так вот. Что он будет делать? Восстанавливает 6 единиц здоровья себе. Так, зомби получает 2 плюс 2. Угу. Допустим. Так, это пускай там прокачивается. Он меня пока, ну, как бы беспокоит, но не настолько. Не настолько сильно. Так бы сказал бы я. Отлично. Могилоед. Убираем эту гадость отсюда. Ага. Пам-пам-пам, да, значит? Пам-пам-пам. Я даже не знаю, ну... Так вот, что ли, есть только поставить? Пока.
Так, зомби получает плюс 3, плюс 3. Так. Ну вот он и докачался, да? Воу-воу-воу-воу, потише, ребят, потише, пожалуйста. Не все сразу. Так, этого убираем. И что же нам тут сделать? Ну, наверное, вот так вот. Поехали. Да чтоб тебя. Ну, он, наверное, грушу уберет, скорее всего. А, безумие ставит. Так. И защита срабатывает, да? Окей. Так, этот тоже доигрался, получается, у нас. Ха-ха-ха. Так, ну что, бомбим? Бомбим. Так, хорош. Уничтожает растение. О, как. А этот тебя не волнует, да, значит, получается? Хорошо. Крокодил. Эх, крокодильчик, крокодил. Давай вот так, наверное, сделаем с тобой, да? И... и вот так вот. Кого там хочешь прокачать-то? Этого? Ну что задумался-то там? О, как. Жалко, конечно, что кактусенок у меня ничего не сделает. Ну да ничего страшного, ребят. Погнали. Этому-то в любом случае крышка. 4. И потом он его добьет. А вот кактусенок, да. Так. И вот так вот. Окей. Еще одна лужайка. Допустим. А если я сделаю вот так? Еще вот так. О, как. Поехали. Бдич. Да, пробили мы разгрома. Орешек. Ну, справился. Если так можно сказать. Так, 150 очков зарабатываем. Ага, переходим сразу с тобой в 20, блин. В 25. Получаем 25 разряд. А вот как раз и задание у нас, ребята. Блин. Нанесите 30 единиц урона зомби-героям. Выиграйте игру растением героем-умником. Выиграйте игру хитрым зомби-героем. Так, а что это за умник? Растение-умник. Умник у нас это, наверное... Блин, а кто у нас умник? Цитрон, наверное, умник. И зеленая тень. Я не уверен, но давай попробуем. А тут, кстати... Ага. Можно взять сюда к ней? Даже не знаю. Может быть, вот это вот убрать, вот это вот поставить лучше, а?
Подожди, а почему здесь звезды нету у меня? Или это не та колода? Вроде бы та колода. Звезду, мне кажется, надо брать обязательно. В такие вот... В такие вот моменты. Вместо кого? Взять звездочку. Вместо вот этого. Справедливо? Справедливо. И не помешало бы еще, знаешь, что взять в таком случае? Сразу, которая бонусную атаку дает. Было бы вообще круто. Но он 4 энергии. А по-моему, есть подешевле. Вот это вот неплохо было бы, конечно, на вот этот комочек срабатывать. Только я не могу понять, первое или... А тут у меня вообще непонятно, на чем. На заморозках? На заморозках? Ладно, давай попробуем. Я не знаю, но, по-моему, зеленый тень — это не умник. Умник — это, наверное, что-то другое. Какой-то другой растение-герой. Ну, посмотрим сейчас. Не понял. Это что за выкрутасы-то? Как... Твою налево, это что за колоду я взял? Скажите-ка мне на милость, друзья мои. Молодец, Рэй, да. Понятно. Это не та колода, это на орехах, но это экспериментальная, сразу тебе говорю. Какой-то экспериментал чистой воды. Ай-яй-яй. Да. Это чисто экспериментал. Что он там делает? Это что-то новенькое, друзья. Неужели могилку сейчас поставить сюда? Нет? Давай так вот сделаем. Что он поставит сюда, а? Ох ты. А это у нас где? Сверху, да? Ой. Так, ну что, мы с тобой сделаем, наверное, так. И вот так. Ага. Давай, прокачивай мне. Жух, 5-6, отлично, поехали. Угу, орех. Кого он там превращается? Подбил. Давай, давай, давай. Бери там карты, что хочешь. Так, ну что, я ставлю сюда вот этого парня. Шаманство двух способностей. Погнали. Иди отсюда. Заморозочка. Заморозочка, друзья мои. Так, а затем наносит... Давай попробуем. Кто там у тебя вылупится? Кто? Ой-ой-ой-ой-ой. Гаргантюашечка. Ну, поехали. Неужели у него есть капелька? Ага, зомби на земле получает минус один, минус один. Ничего себе он там нашаманил. Это кто ему такую карту дал? А это он хорошо прокачивает мне, кстати, этого. Хе-хе-хе, давай, давай, давай. Ух, мощь. Ай-яй-яй. А вот сейчас на...
А, размещает летучих мышей. Давай, размещай. Еще прокачиваемся. Замечательно. Так, в кого у него там летучие мыши эти превратятся? Ну, вот в такого вот зомби, ребят. Я тебя понял. То есть, чтобы я ничего не смог сделать, да? Окей. Я предлагаю следующим вариантом сделать. Вот так. Ну и, пожалуй, вот так, наверное. Что он там сделает сейчас? О, надгробие. Окей. А вот это плохо. Так, ну здесь-то мы с тобой сделаем что? Блин, добор карт, я не знаю, будет он делать это, не будет. Так, допустим. Теперь сюда. Угу. Ну, поехали, смотрим. Да чтоб тебя так уничтожает. Блин, неужели сейчас зомбот из этого появится, не? Может же быть такое? Ага. Ну, это ничего страшного. Так, а вот нам что-то нужно сделать. Нам что-то нужно сделать. Давай я, наверное, так вот сделаю. И... Вот так вот. Погнали. Сколько? 5 единиц урона нужно нанести, да? Смотрим, что он сейчас будет делать. Вытягивает карту. Вот так вот, да? Этого в минус. Он сейчас раскидает двух зомбарей. Воу-воу-воу-воу. Да ну нафиг, ребят, да как? Ты можешь это назвать, что... Что это? Знаешь, какая заклинашка мне поможет? А что это они в эти-то спрятались? Надгробие, скажи-ка мне на милость. Ну давай. А у меня, ребят, все равно вариантов нет никаких, абсолютно. Ну тут я не знаю, как это назвать. Просто везение зашкаливает просто. Даже если у меня появится... шарик. Ну что это мне даст? Ну ничего, ребят, абсолютно мне не даст. Просто на соплях выиграл. Не хватило мне буквально, ребята, одной единички урона нанести, к сожалению. Так, ладно. Давай-ка мы попробуем, знаешь, что взять? Колпак ночной. Ну, я тебе говорю, это была колода не моя, ребята. Это... То есть, зеленая тень меня просто подставила. Я не ту колоду взял, и все. Такс. Такс. Ржавый разряд. Собственной персоной. С валунами. Со спортсменами. И с прочей всякой ерундой.
Ну что там задумался? Так, он 22 ранга, в принципе, не слабенький должен быть. Угу. Давай так вот сделаем. Ну что ты там задумался-то, ё-моё. Вот терпеть не могу, друзья, когда вот так происходит. Угу. У него наверняка есть валун. Наверняка. Поэтому мы сделаем, наверное... Да нет. Ой, зачем? Я хотел убрать его просто. А я так и думал, что он будет тратить камень. Так. Камешек он потратил? Потратил. Опа, курочка. Ряба. Явилась, не запылилась. Давай-ка я вот так вот сделаю. Угу. Взял курицу, отлично. Так, ну что же, взял курицу, значит. Кого он сейчас сюда поставит? Вот так вот он, да, решил сделать. Ну, я вот так вот сделаю, пожалуй, пока. Посмотрю, сумоист, наверное, должен быть здесь, не? Зомби в защите, окей. Такс. Пошел добор. Пошел, друзья мои, добор. Ау, чет. Не будет добора, да? Или будет? Ай-яй-яй-яй. Как тут лучше сделать-то? Так, наверное. Угу. Допустим. Уничтожает, да, всех. Во как. Хорошо. Так, это мы, наверное, оставим. Медика позвал. Естественно, боится. Так, вот этого уберем. Хмырёныш отсюда. Поставим вот так. И вот так вот сделаем. Ох, даже так. Но все равно ты получишь в табло. Да чтоб тебе. Давай, применяй заклинашку. На-ка. Позвал, да? Давай сделаем вот так вот, наверное. И... тю-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 тю. Как нам лучше тут сделать-то? Наверное, вот так вот. Все-таки. Все-таки вот так вот лучше будет. Плюс один, плюс один. Так, ну что, сейчас. Опять защита у него сработает, да?
Почему мне так, блин, ребята, везет на эту защиту? Я прям не знаю, ребят. Да, дуплисты. Опа, микс. Микс выпал. Ну давай, допустим, ты сделал так. Стоп. Мы ставим сюда. Два и три. Выбираем здесь. И ставим здесь. Поехали. Угу. Пока ничего не будем делать. Угу. Так, друзья мои. Кого он этого подобьет, да? Ну что, поехали. Начнем, как говорится, потихонечку. Так, миксовочка, да, миксовочка. Так, куда этого-то? Сюда, наверное, влепим. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Сюда. И хорош пока. Ну ладно, хорошо. Как скажешь, дело твое. Давишь валуном. Так, значит, у него 3-8 здоровья. Поехали. Окей. Этого сейчас уберем отсюда. Ну, в принципе, все, да? Так, сделал. Пам-парам-пам-пам. 8, да? Погнали. Угу. Отлично. Пробомбашили мы с тобой этого зомби. Этого ржавого разряда. Ну, по делам ему. По делам ему досталось. Опа, вот и как раз у нас колпак, оказывается, у нас растений. Герой-умник. Так, а теперь выиграйте игру хитрым зомби-героем. Хитрым. Кто же у нас хитрый, а? Наверное, вот хитрый будет этот. Но это не точно. Но попробовать стоит. Ребят, я за него очень-очень мало играл. Опять же, повторю, колода у него... Ой, блин, забыл кое-что поставить. Ё-моё, ребят. Забыл поставить кое-какую карту. Как раз новую карту, которую мы с тобой недавно вытянули. Чё это такое-то? Слушай, а мы против Бонг Чой? Так, на стручках, что ли, будешь играть? Наверное, да. Давай я сюда поставлю. Угу. На стручках. В принципе, этот мне здесь как бы не нужен. Пускай он с ним что хочет, то и делает. Он мне не актуален.
Двойной удар. Ну, это надо будет менять. Этот ландшафт надо будет поменять обязательно. Как ты считаешь? Да? Надо менять обязательно. Проверим. Ну, если, конечно, он поставит кого-то сюда очень мощного, еще и прокачает его. Опачки. Ух ты. Что-то новенькое, ребята. Что-то новенькое. Давай вот так вот сделаем. Не нравится мне вот этот вот. Что он там задумал вообще, а? Так, перемещает растение. Да ради бога, перемещай. Так даже лучше, по крайней мере, мне. Ну, в этом случае не скажите. Так. И вот сюда, пожалуйста, переместитесь. Поехали. Ну что, у него осталось две карты, как мы видим. И ладно, посмотрим, что он там предположит. Я вот так вот поставлю. У меня, конечно, тут тоже хила нету. Воу-воу-воу. Две. На тебе. Пиу. Пиу. И кто у нас там появляется? Да. Блин, надо было. Ладно, фиг с ним. Эхе-хе-хе-хе. Давай я так вот сделаю. Но этому не жить. Если он... Опа, орешек в доспехах. Ты гляди-ка, а. Ну-ка давай минусанем этого чудика. Поехали. Блин, у него этот... Что ты там достал? Вытягивает две карты. Ну, ребят, повезло ему, добор взял. Так. Мы с тобой сделаем вот так вот. Да и пока все. Есть у него еще, интересно, могилоед или нету? Может быть, даже есть. Да ты заколебался своими кактусами. Во, вот это ты хорошо придумал. Ты прям... Так, подожди, а что это у нас? Ну, окончи угодья, понятно, что сюда ставится. Этого в требуху. Так, и... Что? И вот так вот. Поехали. Угу, отлично. Так. Зомби с бочкой. Иди сюда. А ты иди, наверное. Да никуда ты пока не иди. Пока постой. И все? Поехали тогда.
О, хорошая какая карта. Так, я сюда поставлю. Так, у него есть, наверное, удар по земле будет, да? Где этот? Кия! Псих-то этот, недоразвитый. Но не забывай, что у нас атака увеличивается на 2. Ха-ха-ха, это хорошо, что он сделал, ребят. Это просто белиссимо. Иди отсюда. Так-с. Что я предлагаю вот так, наверное, сделать? Погнали. На и гудбай. Красиво, да? Сейчас посмотрим, это хитрый герой или не хитрый. Да, ребята, это был хитрый герой. Замечательно. Ну что, ежедневочки мы сделали. За кого поиграть-то, я даже не знаю. О, громкое событие у нас открылось. В вашей колоде зеленая угроза, полно приемов. Так что выиграть будет нелегко. Ведь за противника играет много оборонцев, которые повышают их стоимость. Так, может, начало игры с 3 единицами солнца и 3 мозгами поможет? Ну, я не знаю, поможет или нет. За кого я играю-то? За Зубастизилу, что ли? Точно. Блин, а я вообще за нее играть не умею. Ох ты. Ну, это 8, это надо еще дожить до этого. Так, что-то какие-то тут... Мне надо убрать. Не сказать, что тут... Опа! Так, ты давай-ка завязывай. Гаргантолока, что ли, решил сыграть из себя? Я не понял. Что это за... выкрутасы? Ты смотри, а! Погоди-ка, а как? Он же послал гаргантолога и... У него что, 0 единиц, что ли, стоит вот это? Что-то я... А-а-а, так у нас вон сколько энергии дается. Понял. Ну, давай посмотрим, что он там. Фига. Что за выкрутасы-то, я не могу понять. Бонг Чой. Давай сюда его поставлю. Так. Что-то он тут, я смотрю, вообще не спешит, да? А мне только дают эти. Хе-хе-хе, да-да-да, конечно, ага. Иди в пень. Блин, ну сейчас у него защита сработает. И ведь не боится же ничего, прикинь. Еще одного позвал, да? А мы вот так вот сделаем. Да и все, пока. Чего? Прокачивает. 9. Да ты. Еще и здоровье ему повышает. Но я прикроюсь от него. От его ударов-то, это понятное дело тут. Такой довольный, деловой. Блин, ребят, фигово. Поехали. Другого варика я пока не вижу. Уничтожает этих, да? Так, этот еще выживет. Тут в другом проблема. О, ну это совсем другой разговор. Я, правда, не уверен, что... Давай, наверное, все-таки сделаю вот так вот. Бонг Чой. Мы поставим сюда. И вот так ландшафт сюда поставим. Ну ты оборзел, что ли? Я не могу понять. Так, мы этого уничтожаем. Где моя защита? Скажите мне на милость. Почему я не вижу защиты? Так, это хорошо, что он прикроется, да?
Пидоша. Ну чё, ребята? В конце хода уничтожает всех, да? Блин, да куда ж ты его... Давай так сделаем. Другого варианта все равно нет. По два бананчика. Ну, в принципе, нормально. Вот теперь давай смотреть, что он будет делать. Угу. Ты гляди-ка, ты гляди-ка. Как быть? Поехали. Ох ты, блин, всех на земле уничтожает. Всех зомби на земле, да, уничтожает. Как же лучше тут сделать-то? Что-то я вообще, ребят, растерялся. Давай, наверное, вот так вот. Угу. И хотя бы прикроемся. Поехали. Так, этого в минус. В минус. Ну, защита, отлично. Минус один, минус один. Возможно, я рано применил, а возможно и нет. Опять мой подсолнух сюда бежит, перетягивает. Ну, хотя бы прикроемся. Оу, добор карт, ну это хорошо, ребят. Ты посмотри, что творит, а? Что, в минус его? Берем доборчик. Ай, красиво. Так, это что нам делает? Блин, минус один к атаке. Ты... Блин, ну я не могу ничего сделать. И защита у него сработает. А, нет. На следующем ходу у него сработает защита, ребят. Давай, давай, подсолнухи, сюда перемещайтесь. Эх, огурец бы, конечно, бы использовать, а не как. Два банана. Пум-пум-пум. Ну что, вот, наверное, сюда сбросить надо, ребят. Ага. Так. Теперь сюда. Хорошо. Так, мы поставим вот так. И вот сюда же его обратно возвращаем. Ну, пока есть такая возможность, надо, ребят, надо гонять его. Хм. Подожди, а банан разве... Ай-яй-яй, банан только может по врагу бомбить. Ну и что там? Ой, все, ребят, ну понятное дело, тут кранты. Но поединок был неплохой. Даже если бы сейчас мы его не забомбили бы через вот этот вот орешек, так бы ему накатили, что худо бы ему было просто-напросто. Ну что, друзья мои, на этом будем закругляться. Вот такая вот коротенькая серия, но зато интересная. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!